بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب. Более того, Аллах Субхану Тааля любит людей, которые совершают все то, что повелел Аллах Субхану Тааля, неважно, будь то обязательно или же желательно. Как в достоверном хадисе, لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, что самое любимое для меня у моего раба это совершение каких деяний? Мафтараттуху алейх, то есть то, что, чем я обязал его. Затем что сказал? وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ. То есть и не перестанет мой раб после этого приближаться ко мне тем, что он будет совершать желательные дела, حَتَّى أُحِبَّ, пока я не полюблю его. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَإِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. То есть, когда же я его полюблю, вот тогда, то есть, мы, как мы уже приводили этот хадис, я буду его слухом, которым он слышит, буду глазами его, которыми он видит и так далее. И это очень часто, братья, происходит среди братьев, когда кто-то приходит и говорит, ты слышал, что произошло там? Ты видел, что этот сказал? Ты видел? И ты говоришь, брат, откуда ты это знаешь? Он говорит, брат, высветилось оно, я, субхана, виноват, что ли? А здесь вопрос, почему тебе высветилось оно? Почему ты не задумаешься об этом, раб Аллах? Ты же увидел это. Почему не увидел другой, а увидел ты? Потому что Аллах Субхану Тааля не является, то есть не помогает твоему зрению не видеть это. Поэтому что значит, я буду его зрением? Значит ли это, что Аллах Субхану Тааля превратится в твой глаз? Нет. Имеется в виду то, что Аллах Субхану Тааля будет, то есть управлять твоим зрением таким образом, чтобы ты не видел ничего греховного, видел только лишь благое. Чтобы ты не слышал ничего греховного, слышал только лишь плохое. У одного человека спроси, все новости знает. У другого скажи, он всех знает, то есть наизусть и футболистов, и каких-то актрис, актеров и так далее. Этот такой-то, тогда-то родился и так далее и тому подобное. Но не знает ничего, что приближало бы его к Аллаху Субхану Тааля, отдаляло бы его. А тогда он думает, что это что-то. Подумаешь, так или не так? Как часто это, субхану, бывает? Почему? Да потому что нет у человека этого поклонения. Нет у человека этой любви ко Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Ведь если бы была, то было бы хорошо, то есть был бы и результат. Валлаху аль-мустаан.